Так, малая, ты опять пристаешь большой по черепахе? Где твоя родственница по размеру? Застряли. Пойдем туда посмотрим других черепах. Так, пора уже какую-то помину. Так. Других черепах. А что, вы уже не лезете друг на друга? Все? Уже у нас большая тортила перешла. Гром гремит. Это не взрывы. У нас тут немножко гремит. Это сейчас будет ливень. Никто не гуляет. Какая-то прямо неестественно очень тихо во дворе. Ладно, ведут себя хорошо. А вы себя хорошо ведете? Вообще тишина. Просто как-то все неестественно. Мерси, там на улице никого нету, и я пришла домой. А папа сделал тебе решетку. Да, маленький. Говорит, сделаю решетку. Пока временную. Потом, может, закажем хорошую. Чтобы окно было настежь открыто все время. Я тебя открыла. Да, я была на улице, никого не нашла. Кто там у меня тарахтит? А? Кто там так тарахтит? Кто там такой злой? Давай крупным планом снимем. Кто там такой злой? Злой котенок, страшно. Пойдем посмотрим, что делает наш Марсель. Марселька. Папа, говорит, поставил ему табуретку. Говорит, ну, ему уже тяжело на окно залазить. Раньше залазил легко, сейчас, пожалуйста, табуретка. Поставил папа сетку, говорит, пусть лазит по сетке. А то, говорит, вообще, говорит, перестал лазить, только ест. Что ты хочешь сказать? Ты знаешь, что все попугаи на улице? Что тебе папа домой принес? Непонятно. А? Домой просится. Ужас. Какие-то странные у всех характеры. Вот это, конечно, папа сделал вот этот крючок, сетку. Ты теперь можешь, конечно, вот эту 40 лучше, эту веревочку вешать сюда. А ну-ка. Да, надо крючок еще найти. Вот так, сейчас мы раз. Вот, видишь, как хорошо. И не надо окном пачкать. 100 раз лучше на сетке. Не могли сразу задуматься, да, Марсель? Ну, попугай на улице, наверное, еще стоят. Сейчас ливень как пойдет. Как ливень пойдет сейчас? Как-то скучно, щенков поразбирали. Доли попала в семью вместе с Карамелькой. Да, очень. Мне бы, конечно, предлагали ее себе оставить. Но мы подумали, сейчас война. Надо минимум животных иметь, а не добавлять. Мало того, человек сильно хотел и забрал двух сразу. Я только от того, что они захотели двух, я согласилась. Вот это надо было так дернуть кота. Ну как ты себя ведешь? Хорошо, конечно, даже внимание обратил на твое такое дерзкое поведение. Так что Долли с сестричкой попала в одну семью. А все щенки попали по разным семьям. Боже, сейчас ливеняра будет. О, сейчас попугай начнет кричать. Ребят, я стул поставила для Марселя. Чего вы облюбовали?
Все, крики пошли. Так мы решетку прикольную придумали. Мало то, что на нее игрушки нужно вешать. Еще и стекло пачкать не будут, надо помыть. А то не успеваешь это протереть, а ко мне опять заляпают своими клювами, лапами. Африка скучно стала, всех щенков уже забрали. Ой. Белого забрали первого, как ни странно. Ну, не белого, а светлого. Я думала, что больше нравится темнее. А забрали сначала беленького. Ой, ой, ой. Ну как тебе, Марсель, нравится, что папа сделал? Наварил такую решеточку. Говорит, пусть Марсель лазит. Играется с игрушками. Не лапают стекло этими лапами. Не надо будет каждый раз мыть его. Как-нибудь помою, сегодня не буду. Сейчас дождь польет. Теперь покажи, как Марсель слазит. Вот как он слазит аккуратно. Вот. Почти стекает. Чего ты ругаешься? Да, Африка, ты плохо занимаешься из-за котят Марселем, он совсем ожирел. Понимаешь, Африка? Ты должна заняться Марселем и немножко его шевелить. Сейчас пойдет спать на диван. Называется, папа ему сделал решетку. Ой. Марсель, ты что, уже спать пошел? Говорит, будет по решетке лазить, что-то я не заметила. Еще скажи, что ты в спальню пошел. Пошел в кухню. Надеюсь, что там ничего нету. С еды. Так, а ну, Шер, а ну не шкрябай диван. Шер. Ты будешь новый покупать. Хотя бы в перетяжку будешь сдавать его за свои деньги. Вот так. Осталась теперь ваша очередь. Котята на 3 недели младше, так что еще чуть-чуть и начнем их пристраивать. И будет скучно, ужас. Ужас, я как-то не думала, что так быстро у меня собак разберут, только дала объявление, на тебе. Раз. За 4-5 дней всех позабирали. Ну что, коты, вам нравится решетка? Чего вы не играетесь? Тут папа классную решетку сделал, мне самой нравится. Рукодельник. Я хотела заказать решетку фирменную, чтобы крепкая, чтобы от котов. Ну, чтобы не маски. У нас есть маски, такие сетки, но я уже не стала их ставить, потому что мало того, что не старые, дырявые, так еще и Марсель своим весом продали сразу. Я говорю, надо заказать нормальную сетку, которая... Ну, называется, не знаю, для котов или от котов, чтобы они не вывалились. И муж услышал цену и сказал, я сделаю сам. Вот так. И молодец сделал. Я думала, только поговорил. Нет, взял, сделал. Хорошо, когда все умеет. Ну, вот такую мы делали сеточку. Стоит мертво. Можно снимать легко. Вот так. И летом 100 раз удобнее. Мы же на одно окно поставили. На этом окне сетки не будет. Она на проветривании стоит. А на проветривании мы же тоже очень нервничаем. Поставишь на проветривание, а там все же показывают, что могут застрять. Вылазить и застрять. Получается, мы уходим и закрываем. А теперь мы можем уйти из дому и оставить вот такую сеточку. Бубочка, Бубочка, возьми свою вот эту Африку, красавицу, идите гулять. Как-то надо шевелиться, Бубочка. Бубочка толстый стал. А что ты будешь на зиму делать еще толще? Пошел.
тишина. Все, как-то всем стало скучно. Еще котята бегают, а без щеночков, конечно, скучновато.